есть лето, солнце правды и свет. Там где-то ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется нам туда, где светит одна звезда, где с нами любовь всегда. Дорогие мои, с вами передача «Лаврские встречи», и я ее ведущий, священник Анатолий Першин. Здравствуйте. У нас в гостях дуэт «Лик на восток» из Брянска, Алексей и Сергей. Спаси Господи. Я свои передачи складываю как раз по ассоциациям услышанного. Это, может быть, для меня это самое... легкий, простой способ подготовки к передаче. То, что я услышал, ну, как человеку, мне очень понравилось. Как музыканту, как священнику. Как от музыки идет такая тишина, спокойствие, рассуждение, размышление. Может быть, мы сегодня и передачу нашу назовем, да? «Во всем незримо Бог». Хорошая тема. Дай Бог, да, конечно. Чтобы оно таким ключом являлось к нашей передаче. А скажите, пожалуйста, вот как появилась эта тема? Это первый вопрос. Я сразу, бывает, несколько вопросов задаю, чтобы не забыть. Второй вопрос. Как вы встретились? И как вы стали вместе сотрудничать? Это же сложно, да, когда личности друг с другом встречаются и что-то вместе делают. И что вас объединяет?
Много, да, вопросов? Больше. Ну, я по первому отвечу, а дальше Алексей. Может, да. Чтобы не путаться. Да. Значит, как появилась песня, это первый куплет появился Великим постом. Спешил Сергей, то есть я спешил на службу вечернюю, увидел, как над нашим храмом Преображения Спасо-Горбовской церкви стая птиц, она словно зависла в воздухе. Так плотные были облака, это все-таки весна была. И словно они вот зависли над шпилями, над крестами, и не улетают. Словно они висят как вот на какой-то подушке удивительной. И я шел и смотрел, видит ли кто это. Ну, посмотрел, особо люди смотрят, ну, почему-то не смотрели. Под ноги. И родились такие строчки, что вот и все поет, все, Господь во всем, но мало кто этого может увидеть. А все остальное написал Алексей. В общем-то, все остальные два куплета написал Алексей. Я не знал, что это получится песня. Я думал, что просто короткий стих в духе там, японского православного стиха такого. Ну, то есть ты пришел к Алексею и говоришь, я стихотворение написал. А я с ним не был еще, я с ним еще в том-то и дело, мы творчески еще с ним не работали. Вот я говорю, поэтому дальше скажет Алексей, на ваш вопрос ответит, на второй. То есть стихи появились у тебя? Первый вот этот импульс, вот, первый куплет, так сказать, несуществующей песни, еще не написанной, появился у меня. Угу. С Божьей помощью. А дальше что? Дальше? Ну, дальше больше. Ну, если про историю нашей встречи. Знакомы мы давно. Мы тоже в прошлом музыканты. Почему вот мы с вами познакомились? Тоже вот, вы тоже как бы из среды музыкальной. Угу. Друг друга знаем давно, но как-то не общались. Ну, он был лидером в своем коллективе, я в своем. Так, угу. У нас здравши ходили. И в разных стилях еще играли. В разных стилях играли. Ну, а потом, когда жизнь привела в храм, то мы через знакомых узнали, что я хожу, он узнал, а что он ходит, я узнал. И как-то мы вот у тех же самых общих знакомых на студии встретились. И Сергей предложил. К тому моменту у него уже был багаж и песен, и стихов. А я еще вот даже как бы на этом поприще вообще как бы творчества не было никакого. То есть он тебе открыл какое-то. Ну да, я как бы играл музыку. Но я не представлял, что можно православные стихи вот именно вот так вот исполнять. Я послушал его, записи там такие были рабочие. Мне понравилось. И говорит, давай сделаем дуэт. Вместе будем сотрудничать. И это чуть ли, наверное, не первая песня, которая наша общая, кстати. Вот да. С нее началось. Я взял этот куплетик, и мне так сразу полилось, и музыка, и все. Ну, знаете, как запряжешь, так и поедешь, да? Песня получилась, ну, хорошая. Первый импульс. Мы с удовольствием вот сейчас играем. Вот уже дуэту нашему будет 8 лет. Угу. Она не стареет никогда, эта песня. Да, с удовольствием играем. Третьего вопроса не было, Большик, простите, пожалуйста. А это все, мы, в принципе, все... Третий вопрос какой был? Большик не задал третий вопрос? А мы все их пересмотрели, они все о нашем дуэте. Как мы познакомились, что нас связывает. Угу. Связывает нас любовь к Богу сейчас. И внутренняя потребность творить. Потому что мы не можем не петь. Вот уже сейчас. И даже если мы не будем выступать, мы дома будем все равно... То есть время собирать камни пришло. Ну... Это кроме того, что ты даришь людям песню, ты же и сам от этого питаешься духовно, душевно. Получаешь, Господь награждает именно отдачей обратной. А спойте еще что-нибудь, проиллюстрировать вашу дружбу. Ну, мы планировали вторую песню исполнить на стихе отца Василия Рослякова «Собтина убиенного на Пасху». Вот. Он писал, был образован литературно и писал стихи. И в том числе на псалмы. Вот у него на 61-й псалом стих. Угу. Вот мы бы хотели исполнить. Сколько б мир я не пел и не славил, если что, он забудет меня. Потому против нынешних правил Господа я. И на что мне в делах опереться, коли все будет пепел и прах, а бессмертие живет по соседству в неуклюжих библейских словах. Утвердиться на чем вдохновенью, неустройство кругом и разбой. Лишь на время церковное пение мне дарует блаженный покой.
ж, братишки, лукавым законом вы насели на плечи мои и наводите с милым поклоном мои мысли на омут петли. Хотя всякий поэт недотрога и с ним сладить до смеха легко, но пока не оставлен я Богом, устаю против мира сего. И народ я просить не устану, очищать от лукавства сердца. Чтобы было меж нас без обмана, начинать обещаю себя. Бог сказал, и услышал я дважды, что для каждого суд по делам. Когда умер отец и однажды, когда к смерти готовился сам. Господи. Господи. Да. Печальная тема. Но стихи прекрасные, согласен. Прекрасные, да. Ну, вот отец Василий как чувствовал все-таки, вот по его, как он и псалмы писал, все это чувство у него было, что ему придется вот так вот, может быть, раньше уйти, чем кому-то. А у вас в Брянске вот, какое сейчас такое настроение у народа, что все поют духовные песни там? Ну, знаете, есть такие вот бабушки, в хорошем смысле слова, именно бабушки светлые, угу. Они вот, они поют, они знают такие песни, древние христианские песни, что вот порой попадешь вот в глубинку у нас на Брянщине, и вот просветляешься, удивительно. Это чувство вот неистребимого оптимизма, жизни. Вот канты настоящие. То есть поют на Брянщине. И слава богу. А вот вся Брянщина, конечно. Но... Да, а среди молодежи какое у вас вот, в самом Брянске, какое настроение? Храмы открыты, да? А вот я знаю, что у вас какой-то есть духовно-просветительский центр или студия. Что у вас там? Вот, ну, фестиваль? Мы вот как живет молодежь там? Вот, на почве дуэта вот, нашего сотрудничества мы решили, как любому артисту или... исполнителю надо аудитории, чтобы выступать. Угу. Вот, до нас, в принципе, в Брянске таких концертов никто не делал, вот как мы устраиваем «Светящий Господь», чтобы выступали православные авторы-исполнители. Угу. Ну, мы посмотрели, что в Орле там фестиваль «Святой Георгий» есть, там в Воронеже есть. Ну, решили у себя сделать концерт. Не фестиваль конкурсный, а просто концерт. Угу. И мы начали приглашать людей, что приходите, пойте. Но оказалось, людей не так много. Ну, а там понадобилось и фотограф понадобился, и там тот понадобился, и тот. Свет, и звук. И пришлось это, кроме дуэта, нам создать такое у нас студия православной песни «Стезя». Получилось. В Брянске. Да, у нас есть возможность писать коллективы. Мы пишем там свои диски на нашей студии и готовы, в общем-то, пишем других людей, кто хочет записаться. Мы, в общем-то... А какого уровня там аппаратура у вас? Ну, мы как бы по нашим возможностям, но более-менее, да, потому что вот микрофон хороший, оцифровщик. Мы же только живую музыку пишем. Вот. Ну, вот, к сожалению, вот не получилось нам привезти диски, но вот есть диски, пришлем. И на «Союз» пришлем. Вот. Спасибо, Господи. Батюшка, и добавить, что слава Богу, что у нас вот митрополит Александр, митрополит Брянский и Севский, он когда пришел, взял, тогда еще епархия была, сейчас митрополия, он благословил на работу с молодежью, и поэтому и концерты, слава Богу, люди стали приходить, очень много людей. И даже вот у нас был случай, он благословил даже на случай непогоды, мы организовали концерт на Троицу, потому что у нас Троицкий собор осветил патриарх Кирилл, и в Нижнем храме был концерт, и публика... Очень много было публики. Это было для нас вообще неожиданностью, чтобы в соборе был концерт. И там раньше это бы сочли чуть ли не, знаете, как. Да. Как бы могли счесть. Но владыка благословил, что если дождь, а говорит, ваш праздник, это день города для вас, это день Троицы, потому что у вас Троицкий собор патриарх осветил. И вот дай Бог здоровья митрополиту Александру Брянскому и Севскому. Слава Богу, что у нас есть такой митрополит.
Да. Ну, слава Богу, что у нас... Вы считаете себя глубинкой или вы как себя считаете там? Ну, Брянск не мелкий город. Брянск как бы... Кстати, извини, Алексей, по площади как Петербург. Как да? Санкт-Петербург. Да. Нам еще это в советское время нас говорили, что Брянск, он настолько разбросанный город, что по площади занимает тогда еще Ленинград. И мы этим гордились. Так говорим, мы вот как мы живем практически как вот в Ленинграде. Ну, хотелось бы, конечно, побольше вот о вашей жизни узнать. Там вот, православный, сколько у вас там храмов, там, как молодежь как раз вот себя да чувствует. Да, слава Богу. Вот мы на клиросах поем. Сергей в одном храме, я в другом. И видно, что молодые люди приходят очень отрадно. Стоят службу, все, и молятся именно, стоят с удовольствием. И к причастию подходят. Так что видно, что я недавно видел отрывок из выступления патриарха Кирилла, и он сказал однозначно, что видно, что сейчас людей верующих становится все больше. И в Брянске в том числе. И молодежь, и видно, что и не молодежь. То есть уже все сейчас слои населения идут в храм. Ну, работа, конечно, большая предстоит еще, но все-таки видно, что... И ответить на вопросы по поводу музыкантов, что сейчас вот молодежь-то поет. Да. Коллективы там есть вот молодежные. Раньше, конечно, рок-музыка была не то что популярна, это был смысл сказать свое слово. Ну, да. И вот мы это время еще застали, когда такое было, и не то что эйфория, но какое-то такое чувство вдохновения какого-то вот... Все друг другу были братьями, можно было так сказать, что можно было остановиться там, переночевать, там, можно было вписаться там, в концерт, в любой, спеть, и каждый хотел что-то сказать. Сейчас в основном рок-группы молодежные, их стало очень мало. В основном все диджеи, диджеи. И есть ребята, которые неравнодушные. Вот это там есть коллектив один, он называется там «Стереотип», они тоже там в интернете, вот, они сразу отреагировали на Украину, что случилось там, сразу клип там выпустили по этому поводу. Стараются проявить себя, ну вот как проявить, в том плане сказать о своем неравнодушии. То есть, ну, есть из молодежи такие ребята, не только которые просто ночные клубы и все. Есть, которые хотят сказать слово. Слава Богу. Слава Богу, меня тоже радует, что вот у нас в Лавровске встречи, они вот пополняются уже. Вот, спасибо, Господи. Да, что вы приехали, откликнулись, что вы стремились. А вам за приглашение. Да, что живые люди откликаются. Вот что так, таким образом вот, мы противостоим этой массовой культуре, которая нас сейчас порабощает. Хоть как-то пытаемся вот альтернативу создать. Ну да, в том-то и дело, что мы не то что противостоим, мы выдаем альтернативу. Да. Даем здоровую да. музыку, здоровую. А у людей уже появляется возможность сравнивать. Выбор хотя бы даже. Да. Вот я написал песню как раз про выбор. Так получилось. Впервые ее исполняю. Может быть, никто ее не слышал. И сам еще не знаю, как она получится. Всех однажды поймешь, всех однажды простишь, и откроются двери в удивительный мир. Там нет горя и зла, там любовь и цветы, бесконечное солнце, бесконечной любви. Лишь выбор твой всегда с тобой. А вокруг света дом похож на тюрьму, где найти мне минуту побыть одному. Выбираю тепло, выбираю рассвет, вдруг откроются двери, а там меня нет. Лишь выбор твой всегда с тобой, всегда со мной, как ангел мой. И так далее, и так далее. И затихает. Спасибо.
Как получилось, так получилось. Ну, мне главное... Вы мелодист больше. Большой мелодист. Да. Спасибо. Главное поделиться. Подходит очень музыка. Mm-hmm. Да, со стихами. Да, очень подходит. Ну ладно, так. Меня похвалили. Так бы и слухал. Да, замечательно больше. Что у нас там дальше по тематике нашего? Мы говорили о красоте. Вот, красоте Божьего мира. Красоте, да. Божьего мира. Хотели бы исполнить песню. Называется «Душа». Mm-hmm. Как раз таки вот тематично. Вот выбор, душа, поиск. Наша авторская песня. Давайте. Отечество Твое, затерянная в мире душа, где одежда праздничная, обнажена ты да вся перепачкана, и куда лежит твой путь? От кого ждешь утешения? Погоди, не торопись, оглянись хоть на мгновение. Сколько времени кормить? Сколько времени кормить? Будешь ты с собой свирепых псов? Будешь ты с собой? Поспеши же в отчий дом, сбросить тяжкий груз грехов. Что за на себя, волею взошел на крест, недостойных чад любя. Тридневен он воскрес, призывая и тебя. Где отечество твое? Где отечество твое? Затерянная в мире душа. Затерянная в мире душа. Где отечество твое, затерянная в мире душа? Спасибо, Господи. А вот сами как вы живете? У вас жены, дети? Жены, дети. Как они это, терпят вас? Или наоборот, они ваши помощники? Как вы пробиваетесь? Когда ведь, как, батюшка? Ну, ведь вы же там все это начали, может быть, среди непонимания какого-то, да? Как, или так попали, что вас сразу стали признавать? Или вам приходилось доказывать свое существование и своим близким в том числе? Батюшка, ну если посмотреть с одной стороны, да, то жена говорила, прошу прощения, она говорила: тебе 40 лет, угу, какие песни?
Но если посмотреть с другой стороны, да, то я работаю режиссером от Брянского областного дворца и хотел бы передать поклон моим сотрудникам дирекции дворца Брянского. Спасибо. То такие вот как бы льготы, так как все-таки работаю с детьми, то жена все-таки смирилась, слава богу, дай бог здоровья. И уже, знаете, вот сегодня мы у вас... Она взяла на себе подвиг, с тремя детками осталась... Угу. Слава богу. Но мы давно батюшка музыкой занимаемся, поэтому наши жены знают до свадьбы, кто мы и чем мы занимаемся. Поэтому, в общем-то... Наши жены в ружье заряжены. Это было не секрет, что... Другое дело, может, они рассчитывали, что мы там сейчас годик-другой побалуемся и перестанем. Ну, я, наверное, рассчитывала. Играть. А мы вон на тебе. Еще и вместе стали. Мы, потому что не самочин, а батюшка. Нас благословили. А благословят не играть. Не будем. Да. Да. Да, мы так всегда говорим. И жены успокаиваются тогда, да. А что? Да, это ж не мы, мы будем. Может, послушание, правда, если так честно. Я больше в лес люблю, вот если так вот брать. Я предпочел бы любой поездке, если честно, вот в лес, в любой концертной поездке, в лес. Вот в лесу хорошо. Там тоже камни можно собирать больше. В лесу, да. В Брянском, там, да, в Питерском. Там не только камни, там столько у вас боев было. Ну да, порой пройдешься, помолишься столько, там. Да. Окопы, траншеи, блиндажи. Кто там был, кто сражался. Можно и, знаете, иногда помянешь, кто кровь проливал. У нас земля тоже, как у вас, да, героическая. Да, все полито кровью. Здесь, в Петербурге, тоже блокада. Все. Люди блокада. Самоотверженно защищали родину свою. Дай бог нам помнить всем. Да, да, это да. Помните, со времени на время надо Потому помнить. Что Запад, они не знают, что это такое. Они никогда не смогут победить. Потому что у них блокады не было ни у кого там. Что это такое, никто не знает. Даже мы, вот, если так смотреть, не знаем. Мы знаем только по истории. Но знаем, что это наши предки, и что подвиг блокады был и останется. Вот. И победы. Наши победы. Главная победа, да. На Пасху. Да. Слава Богу. Да. Ну, печально, конечно, сейчас видеть это старое поколение, которое... С маленькими пенсиями, без лекарств. К сожалению, да. У нас в Петербурге, я вчера слышал по радио, бабушка блокадницу украла в магазине 3 пачки масла. И, значит, ее застали, и она умерла от разрыва сердца. Господи, я думаю, она просто, видимо, у нее денег не было. Да, конечно. Вот, доведены у нас старики до такого состояния. Но, слава богу, сейчас храмы открыты, и у вас, у нас... Можно молиться и славить Бога. Да. Не, но опять при храмах же есть, и сейчас столовые создаются, чтобы людям малоимущим покушать хотя бы они могли. Mm-hmm. Вот у нас монастырь Брянский Петропавловский кормят всех, кто приходит, нечего людям есть, садятся, кушают, все, пожалуйста. В такое-то время, каждый день. Церковь всегда открыта и оказывает помощь. Ну, у нас заканчивается первая часть нашей программы. Спасибо, вот. Господи, большое. Дорогие братья и сестры, мы заканчиваем первую часть. С нами был дуэт из Брянска. Лик на Восток. Алексей. Спасибо, и Сергей. Господи. Боже всем помощи, Боже благословения и до скорой встречи.